Начинаю эксперимент. Буду звонить и попробую забронировать места в отелях. Посмотрим, как все работает. Придерживаются ли закон или нарушают. А теперь открываем Инстаграм, выбираем пансионаты Крыма и начинаем писать письма. Добрый день, как можно заселиться на ближайшие 2 недели и сколько это будет стоить? Добрый день, ближайшие 2 недели у всех карантин, пишут мне, мы работаем с июня по октябрь, будем рады вас видеть. Даже мои уговоры не дают результата, ответ нет, нельзя пансионат закрыть. Дальше. Добрый день, можно забронировать номер? Добрый день, в связи с подписанным указом правительства Российской Федерации от 27 марта нельзя. К сожалению, не представляется возможным принять вас. Пишу еще одно письмо, мне отвечают, мы временно не принимаем гостей. Я уже хотела расслабиться, но нет. На следующее письмо. И я получаю ответ, уточните, сколько человек. Пишу 2 взрослых, мне пишут двухместный номер 1000 рублей. Можно заселяться со вторника. Эх, друзья, друзья, я пишу, отлично. Все же лучше пересидеть коронавирус в Крыму, чем в Москве. Вынуждены были мы прервать отпуск в Италии в связи со сложившейся там обстановкой. А у вас как обстоят дела? Все ли спокойно в Крыму? По скрипту, мы после Италии тесты не сдавали, но вы только не подумайте, мы чувствуем себя хорошо. Думаю, не заразны. Если вы приехали с Европы, пишут мне в ответ, вам нужен карантин 2 недели, чтобы не было ни у кого проблем. В Крыму за несоблюдение карантина вплоть до уголовной ответственности, поэтому ждем вас после карантина. И здесь, конечно, могли бы быть аплодисменты, но, друзья, давайте все-таки вспомним, что человек готов был нас принять у себя в отеле. Ну, вдумайтесь головой, ну кто будет рассказывать, что он был в Европе, что он, возможно, переносчик коронавируса? Абсурдно. Друзья, давайте, если есть закон, соблюдать его. Потому что иначе нам из этой ситуации непростой выбраться будет очень и очень сложно. Кто хочет повторения Италии, Китая?